И всем привет, ребята. Поняли по голосу то, что он у меня хриплый немножко. Сегодня я буду оценивать игры. Все мои игры играть. Ну ладно, погнали. Вот первая игра. Вот это. Игра великая. Я величаю всех. Ой, ёпка, вот лучше всего время было, это когда у тебя еще дома не было. Вот старая версия прикольная была. Конечно, сейчас тоже прикольно, но старая версия получше. Ты появляешься. Хотя локация даже меньше была. О, Машка. А можно в Машку бросить курицу? О, так это что это? Стой, суть. Ох, ёпка, не попали. Ой, наш Кандалыч. Идёт на помощь. Вот тоже идёт, блин, сюда. Курица вообще живее всех. А что это делать? Если бы что уже делать, ну типа катались мы на машине, то что типа покатались. Ну ладно, не знаю. Пошли в другую игру. На этой игре я дам оценочку, какую бы оценочку я дал. Я бы этой игре, у нас, кстати, 20-бальная шкала. Я бы этой игре дал оценочку... какая оценочка? Я бы этой игре дал оценочку... я зову... У нас 20... Ну, я бы дал бы ей 8. Я 20. Ладно. Игрушечку Skyrail. Это же моя всё... моя вся жизнь. Иногда миссии много добавят. Третья миссия. Надеюсь, скоро добавят. И 5 миссий это мало. Надеюсь, добавлю 5 миссий. Плюс 5 миссий, пусть еще попробуют. Блин, если вы сделали отделку миссии сразу, то хотя бы одну сделайте миссию. Блин, если что, так долго делать. Вон, разработчики этой электрички, не пальца, выпустили обновление с миссией новой. Так и будет он новый. Пипец, он долго у меня закручивается. О, давайте следим, ребятки, на... Скоро ты попрощаешься с нами. М62-04. Ну, кто знает, кто не знает, там и переделать его. Такая старая модель. Ну, на чем тут еще покататься? Выйти и сохранить. А что будет, ребятки, если мы на скорости? Так, самый быстрый поезд, который в игре, это, конечно, Сапсан, но из электровоза вроде как это... Это ЧС-200. Надо искать ЧС-200. Вот он, ЧС-200. О, давайте какого-нибудь там, не знаю... возьмем какой-то ТВЗ. ТВЗ-5. Прицепим его, типа, это вагон лаборатория, ну, и все такое... Ну, сзади пусть еще тут почтовый такой поедет. Ну, ребятки, ну, обычно в лабораториях... Какая-то диагностика, вагон. Лаборатория. Стыцбой. Поле, вокзал. Поле, вокзал. Малая станция, лес. Ну, такую небольшую карту. И, конечно же, наше любимое ЧП. ЧП. Обожаю. ЧП. Я очень хотел в локомотив врезаться, но тут у нас придется врезаться в машину.
Давай разгоняйся. Ух, нифига себе. Стоп, подождите. Игрок у нас бежит со скоростью сколько? У нас игрок бежит со скоростью 15 км в час. Это, в принципе, нормально для человека. Я столько бегаю. Чтобы вы понимали, я где-то... Всё. Я бегаю, ну, где-то, я еще, наверное, могу преувеличивать, ну, 21, или, ну, меньше 21, 16 где-то. Вы, наверное, не поверите, но вы бы знали, как мы в долгу наиграем. Тогда бы уже поняли то, что лучше тренироваться. Ой, опять нам. Поехали. Вот он раньше 120 был. Все, что ли? Не, он до 140 будет. Я в Африке буду, если 200 разгонится. Не, он, наверное, 153. Почему я... Сто семьдесят? Он 170. Все, официально он 170 раз. Впереди красный. Да ну что? Внимание, переезд. Да неужели 180? Он 180 едет. Я понял, 180. Все, 100, ну 100, 200. Или ну 190. Нет, 190, ну разработчик. Ну, плюс 10 километров в час он бы так это и делал. О, тут у нас сейчас карта свободная. 89. 190, все, ну это максималка. 190. Внимание, переезд. В смысле, не понял, какой жопа переезд. Слушался. Внимание, переезд. Как-то тут А, это ЧП уже зона, походу. Это без ЧП. Ну все равно 200 км в час, внимание, на этом макс. Переезд. Третий, третий. Нифига себе, она полетела у нас. Ёк. Ну, как сами разогнаться. Ну ладно, хорошо. Выходим и ставим оценочку. Игру, конечно же, я оценю на 7 из... Вот пусть у нас будет 20-бальная шкала. Вот, все. Ну, оценю игру я, ну... Пусть будет 8. Ну, почему так много процентов мне не угодило? Там просто много недоработок. Много даже. Чересчур много. Ай, ну началось. Ну, ребятки, все, я тут зависну. Всю игру пройду и не пожалею. Не, если честно, мы так, поиграть, не проходить, просто вот поиграть, там поностальгировать. Вот, блин, вот, кто помнит, вот, год 19-18, перепутал, ну, 19-20, вот тогда прям, ну, блин, вот, ностальгия. Так, ну, конечно, мы на хардере не будем играть, мы не самоубийцы, хотя на экстриме мы самоубийцы, это понятно уже, но на изи будем играть. Так, он... Дусика, дусика, пердусика. Так, ну я привык уже, поэтому изи, если бы я проходил, сейчас бы на изи, то есть для меня легко. Чересчур даже легко изи.
Тури-тури. Не закрывай! Нервничать нельзя, у меня горло. Я горло больное, не нервничать нельзя. Откуда, блин, игра страшная, особенно на экстриме. А еще кровавая. Не кровавая, но это не интересно, скажите же. Кровавая это не интересно. Все, мы дуську сейчас загоним так. Мита такие-то ваши. Вот эти 36 гривен. Ладно. Давайте мы только тут не задерживаться, в принципе, мы же не проходим это. Ну так, чисто посмотреть, поугарать. А ну пока что. Слушайте, я уже как бы месяц, даже больше месяца не играю в Граньку, я тут забыл уже что-то. Ну, особо не забывал тут. Бля, она только назад идет. Пиздушка. Если это старая карка становится после машины, я не буду делать. Меня бы давно было уже заметили в скулбой. Через это окно. Да, некоторые говорят, скулбой говно, фу, скулбой, фу. Это маленькое количество людей, хотя я как знаю свою аудиторию. Ну, в принципе, ну, поиграли и поиграли. Ну, особо так-то задерживаться нельзя, ну, типа, чё. О, арбузик. Стоп, это голова моего друга. Прошлым летом она квадратная была, вообще овальная. Да, ладно, я шучу. Но квадратная она до сих пор. Да. И нахрен, Настя, это мне. Блин, когда выйдет 1.9 обновление? Тогда я точно уже все. Летсплей по грине. Буду делать я. Мы за все мы поиграли в игрулику. Но чтобы нормально попроситься, жду дочка. Мы, конечно же, скинемся. Скинемся мы так дуська. За мои родные, вот как я с моста прыгал. Так же можно упасть. Ладно, давайте выходим. Игре даю значительный балл 10 из 20. Что особо зацикливаться не буду. Так что, переходим к следующей игре. Ну вот я уже снимаю. Давайте вот эти игры отпустим. Ну просто, ну зачем вы? Давайте поиграем вот эти теперь. Хе-хе. Я хе-хе-хе. Хе-хе. О, футбокс. Не понял. Не понял. А вот я такой не понял, большой уже. Может быть там обновить ее нужно? Не знаю, еще попробую. Понадеялся, поизвести.
удалить. Зачем же это ноябрь? Ноябрь. Что новое? Кирилл, я к Лёше приехал. Меня долго. Давайте в следующую игру поиграем. Ну только не Майнкрафт, ребят. Ну блин, ну только не Майнкрафт. Давайте отпустим Майнкрафт. Там, ну типа Минекрафта. Ребятки, новая компания. Хотя зачем нам новая компания? Вот в эту игру поиграем. Стоп. Сходим с вот с вот сим. Я все сими своевал. А ну тут я еще Югославию, да, не бил. Я вот тут... Вот давайте, ребятки, знаете что? Всем странам объявим войну. Что будет, давайте. Война отправить. Почему тут все странам войну отправляют? То есть, да, принимают. А союз не хотят принимать. Она в вассале у меня. Фига себе, она крыса. А хотя пусть Финляндия у меня останется. Пусть еще Норвегия у меня останется. И Англия пусть войну пойдет. Война. Теперь сколько? Один я, два, три. И также против меня трое. Ну все, начинается. Игра. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду. Зарядил пулемет. Тоже пики. И пулемет. Сейчас начинаем все атаковать. Тут все убито с вами. Хотя я вообще хотел оставить просто несколько. Вот все, давайте оставим. А давайте, знаете, даже что сделаем? Чтобы не видеть, как они нас захватывают. Я сделаю вот так вот. То есть, ну, прикольно. Фига себе, Норвегия крыса. Ну, лучше уже крыса. Ну, ладно, придется ждать. Ну, это я просто так же попробовать, что получится. Мы несколько раз дошел. Они уже, наверное, до Москвы там дошли уже. То есть вы запомнили, какая территория там была? В принципе, давайте посмотрим уже. Ёкарный бабой, я несколько раз понажимал. Какого хрена у меня? Они дошли уже до Москвы. Давай Россию воссоздадим. Все, там Путин меня шелку убивает. Россия. Война. Отправить. Принимай. Конечно, если я не уйду туда, ну конечно же. А чё, Россия, ты ничего не создаешь? Ну всё, но Югославия это теперь самая большая страна. И Кавказ завоевала, всё завоевала. Да-да-да, хер осталось, ну.
Это как наблюдатель пусть будет. Хотя стоп, я ж могу любую страну выбрать. Я ж могу за любую страну выбрать. Я, например, выберу какую-нибудь там... Англию. Нет, Югославию хочу. Нужно Югославию подловить. А Югославия в самом начале у меня. Есть, подловил жестко прям. А теперь Югославия нашей любименькой России. Наша любимая Россия передает передатрионов. Угу, это месть тебе, поняла, тупая Югославия, хер тебе. Я после смерти тебя не оставлю. Мне нужно вообще всему миру было объявить. Блин, Финляндию быстро захватили. Довольненько быстро. Ну, пусть Россия всем миром правит. Это ж все-таки шляша. Наша. Как хочется сказать своего параша, но я потребует. Что потребует? Ну мы всю свою Россию, любимой, передаем. Потом мы сами играем за Россию. Чё мне теперь Югославия попадается? А теперь Россия всему миру объявляет войну. Россия, не подведи, я тебя тут родил для того, чтобы ты это побуждала все. Ну, бабай, а сфига ли нападают в России все? Войну сразу бобили, вот крысики вонючие. В принципе, Франция, она сильнее опыта, как... Не, Великобритания, у нее хорошая тактика. И, в принципе, должна победить. Давай, Англия, ну ты чё, Англия? Не офигеюсь, Англия. О, Англия, давай за меня заступись-то. Ну, Англия тоже не отстает. Она там, на западе хорошо проходит. Правда, сильную сторону она ещё туда переведет. Так еще плюс Англия вот тут еще у нас. Я просто могу в игру зайти, зависнуть там на несколько часов. Вот ждем, пока ее полностью захватит. Лишь еще не забываем, у меня еще остров есть. У меня же еще остров есть. А остров-то уже все тети меня захватили. О. Франция захватила... Не может захватить... Я все захватил. Так, ну, она захватила Португалию и Испанию еще. Я похвалил. Но Англия отступает. Зато она начала свое продвижение в Алжир. Говоря, она неуспешно потеряла свою территорию. Как с ней потеряла? Мы будем зацикливаться на одном Алжире. Потому что он нас все выиграл. Окей, ГДР. Осталось 3 страны в мире. И Франция пока что самая большая. ГДР объявляет войну Франции. Норвегия тем временем объявляет тоже войну Франции. Норвегия. Ты же войну объявишь Франции? Вот просто 3 дружеских
дружеских стран объявили войну одной большой стране. Осталось только, знаете, чуть-чуть сделать. Ой, репутой. Югославия, ты-то тоже блезешь туда. Раз, два, три. Погнали, все, есть. В первые же минуты ГДР начала воевать. Норвегия, ты что там ничего не делаешь? ГДРу помогай. Югославия тем временем тоже не отстает. Но ГДР перехватили фронт-зону и захватили Берлин. ГДР успешно подвигается на юг, за который идет. Вот знаете как? Вот ГДР, ну, к примеру, там суша, которая идет, вот, ну, потому что цвет у нее такой. А это Франция, это типа воды. И успешно Югославия начинает продвигаться на ту сторону. Ну, они, конечно же, захватят ее, Францию. Конечно же, захватят. Хотя нет, Франция там хорошо продвигается, поэтому им осталось только юг захватить Франции, и все. И тогда они на север же перейдут, хотя они уже на север переходят. Ё-моё, в этой битве, я думаю, ну, большую часть займет уже ГДР. Видишь, ГДР какой, дядя СССР хороший. Я сделаю так, чтобы ты там... Вот, они уже перешли на эту точку, но Франция уже никак не спастись. Поэтому и оккупация началась. То есть все, оккупировали все. Ребятки, три страны в мире осталось. Вот мы за ГДР объявляем войну на Норвегии. Война Норвегия. И сейчас за Югославию. Мы объявляем войну. Так, Норвегия первые же минуты. А хотя стоп. Югославия пусть еще и Норвегия объявит войну. Отправить. Я фигню какую-то придумал. Так, ну, в принципе, Югославию все там завоюют. Потому что у нее с две стороны, хотя Норвегия тоже не повезло. Такая большая страна, и все, должен свой. А слушайте, у Югославии сильные силы так-то. Смотрите, как Норвегию завоевывают. Целый Минск завоевал, но не, а ее уже успешно так, наверное. Хотя на юге она хорошо продли. Не, ее там захватили на юге. Она продвинулась в Египет. Захватил Египет весь, ну и пошел на Норвегию. Так, ну у нее на севере плохие дела. Ну, я думаю, она захватит Норвегию в первую очередь, а потом ГДР, наверное, она захватит тоже, потому что... Ну, блин, камон. Сейчас посмотрим, ну какая страна останется сильной. Я мечтал посмотреть, ГДР или Норвегия останется сильной страной. Пипец, Югославия завоевала почти всю Россию, хотя уже, в принципе, всю Россию завоевала, кроме Питера. И там, где Норвегия сейчас. Почти завоевала Краснодарский край. Ну, что-то меня как-то огорчает. Юг меня огорчает, потому что все, ее там мы взяли в обед. Тут пипец полный происходит, непонятно кто, потому что они тут одинаковых цветов, в принципе. Они все это. Слушайте, очень хорошо идет это. Очень хорошо, кстати, идет ГДР. Норвегия тоже не отстает, но она что-то вот тут как-то медленно начинает. Блин, тут просто не понять. Один с тем воюет, другой с тем воюет. Все как-то. Ой, господи. Мы, наверное, 1,5 часа сейчас будем ждать. Это долго, это знаете, как жизнь идет. Но все-таки же должны же кто-то победить. Должен же кто-то победить. О, все, Югославия проигрывает. Только ее юг не огорчает, но, блин, север ее огорчает. Хотя у нее есть шансы на севере. Это где находится вот она, Норвегия. Она, в принципе, хорошо идет. Я ГДР только Швецию завоевал и перешел на территории эти. Ну все, Югославия проиграла. Хотя, стоп, она еще может отбиться. Она отбивается.
Все, остались две страны, которые... Не понял. У ГДР это, у Норвегии. А, все, козлы вонючие. На... Все, война между двумя. Все, просто... Ну, на... ГДР же, конечно же, победит ГДР. Просто посмотрите, какие у него большие деньги. Хотя, стоп. Она... Ну, Норвегия тоже хорошая. Ой, ГДР. Она, в принципе, нормально так идет. Ну, блин, Норвегия, она... хорошо захватывает свои земли. Уже аж свою бывшую регион страну захватила. Смотрите, как хорошо идет Норвегия. Но все равно проигрывает. Хотя на территории Англии, я бы так не сказал. На территории Англии, алло, там Норвегия на территории Англии. Норвегия проступает. Она через территорию Англии может сейчас переплыть все сильные войска, а потом направить сюда. Перейти на Данию, потом окружить их, и все. У нее колонии на юге остались, да? Она может весь юг, кстати, завоевать и найти все. Я думаю, Норвегия победит. В общем, тут непонятно, кто победит. Давайте, ребят, до последнего игрока и будем новую игру играть. Ой, другую игру играть. Давайте. Давай, ну давай же. Норвегия, я за тебя болею. Что я особо и так Германию ненавижу. О, кстати, она уже Берлин захватила. Это, в принципе, главная точка Германии. Она, если Берлин захватит, она же свой вассал может там, например, ФШ. Ну, вы поняли, какая Германия может создать там империю Германии. Германию просто создать может. ФРГ Германия. Вот и как так она называется. Да бой же, ну нападай на друг друга. Меня интересует то, что она на территории Англии и полностью территория. Вот. Например, вот эта территория. Вот где Москва находится, вот она. Вот где вот этот король нарисован. Прям я на нее смотрел. Вот сейчас она, если Москву захватит, то это, наверное, пипец. Это, наверное, пипец все. Все, она Москву захватила, это, в принципе, точка главная. Ну, в принципе, Берлин себе вернул ГДР. Блин, тут она 1000 лет будет продолжаться война. Норвегия, наверное, уже все силы потеряла. Нет, она на юге хорошо продлевается. А вот на западе меня территории Беларуси огорчает. Норвегия, ну ты победи уже эту Германию. Кто-нибудь захватите вот, уже друг друга. Вот, Норвегия, захвати уже тут территорию, вот эту территорию, вот эту, вот сейчас я кружочек, где я обвел. Вот эту захвати. Где Испания, ты окружи их. И его все, она захватила почти все тут. Вот главное сейчас это, чтобы не прорвалась ГДР. Сейчас ей нужно все силы сместить на юг. Нет, все силы пока что на севере. Не понимаю, тут ни одного солдата я не вижу. Хотя почему-то, блин, они так воюют, будто бы вся территория тут. Ну все, ГДР проиграла. Хотя она еще там в Исландии ГДР есть. В Норвегии додумалась хоть когда-то захватить территорию. Давай, захватывай там. Они прорываются. Сейчас она вот тут захватит ее быстренько. Все, захватила. Мы переходим к главной территории. Территории, где может дать рывок. Если там вот такой малюсенький регион останется, вот, например, вот этот, как это, Калининград, и она будет прорываться на все, я в офиге буду. Давай. Все, теперь она сейчас своими солдатами будет идти туда. Хотя не, рыбок же может сделать. Ну все. Норвегия победила.
Фу, пипец. Вот Норвегия победила. Я в офиге, то, что Норвегия победила. Ладно, давайте. Ух, господи, мы там долго, наверное, были так. Так, Коля, ну я даю оценку этой игре. Это прикольная игра. 11. Провинции мира. Там особо не во что. Но это вообще приложение, а не игра. То есть там во что играть? Просто тыкать пальцем. Так что это фигня полная. Travel Boss, просто обводить и... Полная фигня, согласен. Мотор депот, вот. Именно из-за видео я туда вернулся. Видео, наверное, 30 минут будет длиться. Что я в Brawl Stars буду сейчас играть, у меня бомбить будет жестко. Мне сейчас жестко реально будет бомбить в Brawl Stars. Одиночная игра. Да, ёкарный бабай. Конечно же, я должен тут заглохнуть посреди дороги. Потом, где гараж? Потом еще где-нибудь в гараж слить свои 3000 рублей. Это на Советский Союз? Это дофига было. В Советском Союзе это дофига намного денег. Вот давайте просто возьмем, ну, самую лучшую машину тут в игре. Вот. Самая лучшая. Все, погнали. Она, кстати, много разгоняется. А ты меня сейчас бесишь уже, реклама. Ой, да вы достали свои мартюшкой РП, Grand Mobile, вот и бесплатная мобильная онлайн. Да хоть платная, хоть бесплатная, все равно кэхрен играть не буду. Максимум там, не знаю, если там для рекламы ролики. Да ты как-то закып... Меня бесит жутко. Вот ее вот этот вот повар... Ой, еще главное не перевернуться. Выключай. На, а тут вообще машины могут переворачиваться, если на повороте. Воу. 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 Там миллиметра не хватило. Давайте поедем в эту сторону. Вот представьте, типа я засну. А я, кстати, реально сейчас глаза закрою. И просто я буду сейчас ехать, типа человек как заснул. Сейчас только надо на дорогу хотя бы выехать. Ёп. Мои навыки вождения, это даже в открытых глазах фиговые. Ладно, давайте на счет 3 закроем. Раз, два, три. Просто буду тыкать, не пойми что. Не знаю, зачем я это нажал. А... Все. Приехали. Мам, особо в этом видео что тут играть? Особо что тут реально играть? Так что мы переходим на VPN у меня под... На одну минуту подключен VPN. Ну, вообще класс. Ладно, подождем. Давайте Brawl Stars особо не играем. Ну, Brawl Stars, ну зачем он нам? Ну, реально, зачем Brawl Stars? Хотя скины все равно хочет пошла. Все. Ноль. Ноль. VPN, мне на тебя насрать. Заново подключить его. Необходимо. Да, хорошо, я тебя отключу, VPN. Ребятки, у меня сейчас психика взорвется уже. А, кстати, голос хорошо стал уже. Хотя, наверное, на завтра он таким же будет, и даже еще хуже. Реально еще хуже будет. Закрыть уже. Пожалуйста. Ну, хотя в ВК-видео. А не какой-нибудь там мартрёшка РП, скачай эту игру, получишь бесплатный бонус и VIP на 300 000.
О, господи, ребятки. Так, мы начинали с 14. Сейчас 14 лет 6. А не, мы с 13 начинали. Все, видео уже, наверное, там что. Так, мы Brawl Stars там на 2 и 1 каточку зайдем. Тут самое я на 1500 каточке. Да, пацаны, сейчас мы еще одну каточку. Но я там в основном, наверное, за базу в ШД поиграю. Я не знаю, почему я как только зашел в игру, мне дали просто так Фрэнка. У кого такое было? Я в Африке сидел, когда мне просто так дали Фрэнка. Так какой мне там вы подарок дадите? Ага, вон. Плюс 5 энергия заряда. Вот это что это такое? Удвоители опыта. Что это такое? Ну, в общем, вот мои беседы. Могу даже это показать вам бралер, на который я скину. У меня на было есть один скин. Фиговый, да. На Вика 2 скина. Вот этот скин, я за него, блин, рвал там все. Ну и вот такой. Ну, особо он не нравится, но фиговый такой. Этот лучше. А еще у меня на Эль Приму давай скин. Вот такой. Потом Эль. Я лучше буду это сам. Все, погнали. Какой в жопу поезд боссом в ШД. Давайте мы поиграем в ШД. Надеюсь, у меня инет не будет долгать. С Карлом. У него ульта хорошая, но блин. Никакой Карл. А, ну еще у меня Джесси скин. На Рика. Рика добавил. Нет, давайте лучше базу. Базу. Там что-то это вот еще меня там все заводят, то лучше не брать. Сейчас я слушаю. Ну, кому? Ну, опять этот Эдгар со мной рядом. Меня бесит Эдгар. Ну, в мозгах один дизлайки. Чтобы побыстрее на какую-то ульту, сделаю вот так. Ай! Ну что, убью! И теперь все, минус сколько там? Минус несколько. Вот, ага. 10 место. Ну, конечно, Зарика же. Лучше всего давайте Фрэнка возьмем. У меня он зато на 9. А, ну еще и на Фрэнка у меня скин. Шоу-тайм. Подрос. А, ну все, мне и надолгать будет сейчас. Ну, я же говорю. Ребятки, отойдите, папочка пришел сюда. С 9 уровнем сил, у которого и надолгает, так и плюс сейчас точно, чем он поиграет. На меня алкаш напал. Внимание, напал алкаш. Внимание, напал алкаш. Внимание, напал алкаш. Да что это за джин ваш такой? О, господи, просто такой тушек плюсы потратил. Да пошел ты в жопу, тупорый убрал. О, господи, сейчас лучше всего в кусты куда-нибудь засечь и там сидеть. До конца столкновения. Блин, сидит в одной кустике такая громила с таким громилом. Уже 3 бойца, это хорошо. В смысле, а кого убили? Мне даже не показали, кого убили, пацанчики. Ну, плевать, у Брок остался. Там еще ворон будет на 11. Там бы, наверное, Нита была бы. Да не вот что там. У меня с везучестью 100%. Видали, какая везучесть? Сколько у меня уже на заряд не хватает. Все, поиграли, Brawl Stars, хватит. Все, вышло. Ребята, наверное, у меня не хватит тут времени. Потому что мы и так уже долго снимаем. Так что вторая часть, наверное, завтра выйдет. Так что, ребятки, всем пока-покашки. Ой.